Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И перед тем, как начать смотреть это видео, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, а мы начинаем. Ну что ж, друзья, сейчас мы будем стрелять с мамбой сил натяжения 120 фунтов. И потом возьмем точно такой же арбалет, точно такую же мамбу с плечами на 200 фунтов. Единственное отличие, чтобы вы сразу понимали, где что, на усиленном арбалете есть приклад, на обычном нет. Взводится прям красота. Для дачи самое то. Так, забыл сказать, первая мишень — это у нас ДСП, мебельный щит, прям самый обычный, самый стандартный. Берем второй арбалет. Ну, прям чувствуется, что он мощнее, изводить тяжелее, и ощущения от выстрела совершенно другие. Пойдемте посмотрим, что у нас там случилось. Первое попадание с обычной мамбы мы, ну, насквозь не пробили. Тут, конечно, видны какие-то трещинки, но насквозь стрела не прошла. В то время как усиленная, ну, собственно, пробила насквозь тут. Все очевидно. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам видео понравилось. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч.